Браво, бравіссімо! У гомельском цирку стартовало новое представление. На арене знакомитый на весь свет итальянский клоун Дэвид Ларыбле. Под куполом гимнаст на рамянях и канатоходцы. И, конечно, шматликие нумары с уделом дрессированных диких живел. На премьере программы побывала наша здымочная бригада. Цирковый артист у сьомым поколении. Дэвид Ларыбле упершиню завитал Гомель. Стать клоуном он вырашил у 8 годов. Сегодня ему 62, и он лишится одним из самых титулованных цирковых комиков у свете. Дэвид Ларыбле свободно володает 6 мовами. На жаль, русского списи нет, однако это и не потребно. Подчас своих выступлений он увогуле не размовляя, хиба что спевая. Самые веселые нумары с уделом глядачов. За все годы працы Дэвид Ларыбле вывел на манеж десятки тысяч человек. Практично невеликий город. У их лику оказались теперь и гомельчане. Поверьте мне, внутри каждого человека живет клоун. Я выбираю людей абсолютно спонтанно, вывожу на арену, и моя работа заключается в том, чтобы поднять всем настроение, раскрыв в моих соучастниках их внутренних клоунов. Насычена новая программа цирка так само и номерами с уделом диких живел. Так на арену выходят полуночные олени, белые тигры, медведи, африканский носорог, а так само гуси и собаки. Все выступления динамичные и веселые. Есть и такие, что захопливают дух. «Браво, бравіссімо» продолжится у гомельском цирку до 3 соковика. Евгений Кухаронок, Александр Харлампов, телерадио, компания «Гомель».